Мэсот, граница Бирмы, теперь называется Мьянма. Мы заезжаем на нашей экскурсии Тиласу, черный демон. Поедем сейчас на рынок контрабандных товаров из Мьянмы. Идем сейчас на него, называется Риммей, город Мэсот, 20 февраля 2023 года. Сейчас будем брать контрабанду. Шикарнейший резорт, раннее утро. Прямо рядом с речкой. Все домики с видом на речку. Это что-то. Рассвет. Приезжайте к нам на водопад Тиласу. Провинция Так, район. 36 утра. Гора. Голова муравья. Умпанг, провинция Так. 20 февраля 2023 года. Идет хребет Дауна, за ним идет хребет Панасири, это отроги Гималаев. Безумно красиво, просто шикарно. Приезжайте все к нам, ждем вас на горе Голове Муравья. Остановка по пути к водопаду Тиласу на горячих источниках. Национальный парк Умпанг. Идем прогреваться. Утро было немножечко прохладно. Самое время окунуться в горячие источники. Ну, вот такие фикусы в Таиланде у нас живут. Приезжайте посмотреть. После прохладной экскурсии самое время покупаться в горячих источниках. Экскурсия на водопад Тиласу 20 февраля 2022 года. 20 февраля 2023 года, черный демон Тиласу, самый большой водопад Юго-Восточной Азии. Пойду купаться. Приезжайте тоже к нам, будем купаться вместе. Чистейшая горная река, истоки реки Квай. Волшебство водопада Тиласу. Приезжайте к нам за магией. Волшебство аватара в каждом фрагменте. Приезжайте с нами на водопад Тиласу. Аватар. Это аватар. Начинаются все водопады. Не очень хорошо видно, но это не передать словами, это нужно видеть. Это волшебство на пути к водопаду Тиласу. Черный демон, самому большому водопаду Юго-Восточной Азии. Ждем вас. Первый паром пошел. Это волшебство, ребята. Самый большой водопад Юго-Восточной Азии. Черный демон ждет вас. Приезжайте. Испытать волшебное чувство. Казалось бы, уже практически толкнулись стеной, но наши профессиональные проводники буквально двумя взмахами отвели нашу лодку от опасности. Ущелье черного демона. Водопад Тиласу. 20 февраля 2023 года.
идем мимо таких интересных гротиков. Что-то волшебно необыкновенное. Карстовые скалы. Какая красота. Провинция Уфан. 19 февраля 2023 года. Едем на водопад Киласу Черный Демон. Самый большой водопад в Юго-Восточной Азии. Это именно то, о чем вы мечтали. Ждем вас на следующий раз. Скала пчел. Такое вот путешествие на Киласу.